прежде, чем вчера убрали. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы построили этот комплекс по образу и по подобию той купальни, крестильни, которая стоит с северной стороны Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Есть там такой источник Савино-Старожевский. И вот там построена, давно построена часовенка. И я помню, за годы своей учебы очень часто туда ходил, нырял в этот источник. Профессионал. Да.